Новые персонажи и двусторонние карты появятся в первой карточной игре о виртуальной валюте Bitcoin Empire, сообщает coinidol.com. Bitcoin Empire симулирует экосистему Bitcoin и напоминает традиционную настольную игру с карточками. Недавние инвестиции от прошедшего краудсейла Bitcoin Empire собирается направить в новые разработки. Создатель игры Дэвид Томас сообщил о планах добавить двух новых персонажей, двусторонние карты и, возможно, даже создать отдельный сайт для Bitcoin Empire.